Трофимов Николай Игнатьевич. Родился 9 мая 1915 года в селе Мальцево-Курья, ныне Бийского района Алтайского края, в крестьянской семье. Окончил 4 класса, работал каменщиком. В Красную армию призван в 1941 году, в действующей армии с августа 1941. Красноармеец Николай Трофимов в бою разъезда Дубосекова Волоколамского района 16 ноября 1941 года в составе группы, вошедшей в историю битвы под Москвой, как 28 героев-панфиловцев уничтожили 18 вражеских танков. Николай Игнатьевич погиб в этом бою. Похоронен в братской могиле у деревни Нелидово Волоколамского района Московской области. Трофимову Николаю Игнатьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. На месте подвига 28 героев-панфиловцев воздвигнут мемориал. В городе Бийске у мемориала славы установлен бюст Николая Трофимова.